теперь вас ждут фортепианные поединки. Как насчет того, чтобы оценить, чье выступление будет наиболее сложным и виртуозным? Итак, встречайте, Александр Данилов и Евгений Ивашко. Александр Данилов исполнит этюд номер 4 Федерико Шопена. Евгений Ивашко – «Ла Кампанелла» Ференца Листа. И снова Александр Данилов, этюд Александра Скрябина. Встречаем. Thank you.
А теперь нас ждет исполнение в шесть рук. Прозвучат вальс и романс Рахманинова в исполнении Александра Данилова, Артема Шаплыка и Юлии Архангельской. Пожалуйста, поддержите выступающих аплодисментами. Thank you.
приглашаю на эту сцену клавир-квартет. Валерий Боровиков, Наталья Котова, Сергей Мигулик, Марина Русакова. В их исполнении прозвучат Машковский, блестящий вальс для двух фортепиано в 8 рук. Вилберг, фантазия на темы из оперы Бизе «Кармен» для двух фортепиано в 8 рук. Прошу. Thank you.
И в завершении Лавиньяк, марш галоп для одинокого рояля и восьми рук в исполнении Артема Шаплыка, Марины Шаплыка, Александра Данилова и Юлии Архангельской. Встречаем!
наш большой фортепианный марафон 2019 закончен. А я хочу пригласить на эту сцену других пианистов, которые тоже сегодня принимали участие в нашем большом фортепианном марафоне 2019. С аплодисментами встретим! Дорогие слушатели, за столь теплый прием и за столь большой интерес к большому фортепианному марафону. Я бы хотел поблагодарить артистов, которые сегодня выступали на протяжении 12 часов. Это действительно было счастье, ни один артист не сказал «нет», и все согласились, и это было очень приятно. Спасибо вам огромное. Я бы хотел сказать спасибо Белкос, филармонии и Министерству культуры за поддержку большого фортепианного марафона, и я надеюсь, мы продолжим, и большой фортепианный марафон будет жить. Я также хотел бы пригласить партнера Марию Бондаренко, которая вместе со мной все это делала вместе с нами. Спасибо большое, что пришли сегодня на этот праздник замечательный. Мы рады видеть столько замечательных лиц. Мы рады были представить реально виртуозное представление наших замечательных белорусских пианистов. Мы считаем, что этим можно гордиться.